13 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта вступили в бой за Херсон. В городе были разрушены все промышленные предприятия. Театр, педагогический институт, больница. Красивейшие здания на улицах Карла Маркса и Суворова были сожжены. Предчувствуя близкую гибель, фашисты старались вывести заводское оборудование, а также лес, мебель, домашнюю утварь. В течение суток в городе велись уличные бои. Немцы неоднократно переходили в контратаки. Однако советские пехотинцы настойчиво продвигались вперед. Пулей, штыком и гранатой они выбивали гитлеровцев из каждого дома. До победы оставалось 422 дня.